средствах массовой информации появились данные о том, что в Новосибирске на 67-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, актер театра «Современник» Анатолий Узденский. Скончался народный артист России Анатолий Узденский, актер «Современника». Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце, говорится на сайте Московского театра «Современник». Было сказано, что актер находился в отпуске, когда отправился в Новосибирск. Похороны пройдут в Москве. Время и дата будут известны позднее. Анатолий Узденский в 75 году окончил Новосибирское театральное училище. Более 20 лет работал в театре «Старый дом». С 5 года актер Московского театра «Современник». Артист запомнился зрителям спектаклями «Шарманка», «Подлинная история Готье», «Виндзорские насмешницы», «Три сестры», снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, «Убойная сила», «Ментовские войны», «Улица разбитых фонарей», «Каменская». Светлая память любимому талантливому актеру. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе последних событий.